Два случая повреждения имущества произошло в Сарове. Первый – на улице Московской. Неизвестный повредил лобовое стекло автомобиля марки «Опель». По словам сотрудников полиции, машина заявителя была припаркована по всем правилам ГИБДД и препятствия другим не создавала. Второе повреждение имущества произошло на улице Зернова. Автомобиль «Лада Гранта». По правой боковой стороне в результате осмотра было обнаружено механическое повреждение в виде царапины, которая была распространена от заднего бампера. От заднего бампера до переднего крыла, предположительно нанесенная гвоздем или ключом. В одном из домов по проспекту Музрукова произошла кража. Неизвестные украли электроинструмент. В данной квартире проводятся ремонтные работы, поэтому во время отсутствия строителей квартира была в свободном доступе, то есть она не была закрыта. Электроинструмент принадлежал не собственнику квартиры, а как раз тем строителям, которые осуществляют ремонтные работы. В связи с коронавирусной инфекцией сотрудники правопорядка рекомендуют всем гражданам оставаться дома, отменить все походы в гости, в магазин и другие общественные места. Уважаемые жители Сарова, в Нижегородской области действует режим повышенной готовности. В связи с этим требуется оставаться дома. Необходимо находиться на самоизоляции, не посещайте общественные места. Воздержитесь от семейных праздников, не собирайтесь в группы, в том числе на улицах. Придерживайтесь максимальных мер безопасности, не подвергайте себя и других людей риску. На дорогах за минувшую неделю произошло около 10 ДТП. 5 водителей задержано в состоянии алкогольного опьянения. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».